Приветствую вас на канале СССР GAN.RU. У нас на обзоре электрошокер GSJ-704. Комплект поставки включает в себя провод для зарядки и сам шокер в удобном чехле для его переноски. Сразу хочется отметить, что мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как в силу особенностей конструкции аккумулятора это может вывести их из строя. Корпус шокера изготовлен из прочного пластика, окрашенного в черный цвет. На нем имеется логотип компании. Снизу расположен разъем для зарядки и светодиод. Там же расположен предохранитель. На верхней части корпуса расположен переключатель режимов работы шокера. Первый режим активирует фонарик. Он светодиодный и очень яркий. Вполне хватит для того, чтобы осветить что-нибудь в темноте, а также ослепить противника. Крайнее положение переключателя – режим шокера. При его включении загорается красный светодиод. Разряд на электродах здесь составляет 10 миллионов вольт. Этого хватит для того, чтобы пробить одежду толщиной 40 мм. Также 3-секундное воздействие таким шокером способно привести к потере сознания у вашего противника. Преимущество шокера перед перцовым баллончиком в том, что его можно смело применять в замкнутом пространстве, не боясь навредить самому себе. Также он эффективен против диких животных, ведь достаточно холостого разряда шокера. Громкий треск во время работы и выделяемый озон отпугнет животных на расстоянии до 50 метров. Эргономичная форма корпуса обеспечивает уверенный хват шокера в руках. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgan.ru. До новых встреч!